Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степан. Как ни странно, сегодня речь пойдет не о подземных реках и дренагах. Сегодня я хочу немножечко рассказать о своих планах. Буквально на днях я уезжаю на Кольский полуостров. До этого я уже побывал на Кольском в августе 2016 года, посмотрел скальные убежища, поснимал подземные реки Мурманска и области, и, естественно, сам город и его достопримечательности, а также съездил на Териберку. Хочу там поснимать немного северное сияние. Есть планы по поводу шахт, заброшенных шахт, и если повезет, то действующих шахт. Если повезет, хочу попасть еще в одно место, поэтому на некоторое время я пропаду со своего канала, не буду временно выкладывать видео, но если все пойдет нормально, то я буду публиковать, стараться ежедневно или через день такие своеобразные короткие ролики о самой поездке в рубрике Underworld Life. Итак, всего вам самого наилучшего. Оставайтесь на нашем канале. Кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь.